Была тяжелая игра в среду. Успели ли восстановиться? Да, хватает сил, в принципе. Вот весь матч отбегал. Горный университет играл уже в прошлом сезоне на этом турнире. Готовились ли как-то к матчу, пересматривали ли результат соперника? Нет. Не знали, как они играют. Тактика была сначала прийти, как они играют, и уже от их игры отталкиваться. Строили свою игру. Первые два периода у вас была равная игра, но что произошло в третьем? Почему получили 5 без ответа? Ну, сил не хватает, у них народу больше. У нас уже третью игру подряд, там 6 человек приезжает. Поэтому у нас вот в третьем периоде додавливают. У вас несколько игроков играет за Коломяги 99. Как вот тот турнир сказывается на Кубке вузов? Да никак, парни с опытом подсказывают, тактику объясняют, куда бежать надо, правила некоторые. Потому что некоторые у нас первый раз играют вообще в правильный футбол за универ. Они объясняют, как, куда бегать, как бегать. Вот, в принципе. Что вообще не получается в игре? Да, на мой взгляд, нужно иногда просто попроще играть. А то мы много возить начинаем и перевозим себе голов. А почему были некоторые проблемы с реализацией? Не знаю, честно, не знаю, что ответить на этот вопрос.